Men så er det mye visbygget. De substans tromene er ikke nei. Braver denne rådighetsstørene er det at det veldig skal gi av. Prøvendig på setter at man hadde kunnet stjelte seg av kikk. Выпрямляю ногу и упасть максимально широко. Следующие два шага ноги ничего не делают. Максимум за счет корпуса колени будут разворачиваться в одну сторону. Примерно можете увидеть на парнях. А дальше с высоками. Правая рука будет сверху, очерчивать круг и падать на плечо. Некоторые пары при этом поворачивают голову вправо после этого, но большинство смотрит на зрителя. То есть баба. Левая через низ будет подниматься и раскрываться в левую сторону, при этом проходя под правой рукой. То есть па-ба. Это первый шаг. На второй мы стягиваем руки за хлёст. На и разворачиваем по кругу и останавливаем на третий чуть-чуть с правой стороны. Далее мы раскрываем на и снова и увозим в левую сторону. Стара. И голова у нас будет смотреть на руки. Следующий шаг. Соединим первую сторону. 7-8. Раз. 2, 3 и 4. Отлично. Далее у нас руки будут идти таким образом. Левая остается в том же положении. Правая через небольшую волну, когда чашечка, которая идет наверх, а потом медленно спускается около лица. При этом левая нога будет на 5-6 счет примерно пододвигаться к правой, но не доходить до конца. И нужно нам бить. Она уходит назад, мы немножко присаживаемся, разворачивая пятку зрителя. И руки будут уходить па-па. То есть падать кистью вниз и правая на бедро. При этом рука либо прямо, либо чуть-чуть диагональ. Отлично, еще раз. Мы с вами были так, да, и мы делаем 5-6 и па. Дальше опорное слово Paradise нам с вами поможет сделать следующее движение. Мы пропускаем часть слова, и на Dice мы с вами. Во-первых, опора переходит на правую ногу, мы делаем небольшой шажок. А рука правая через низ поднимается к зрителю. Та-да. И дальше. Следующий счет. Ноги. Мы на раз с вами делаем выпад. И дальше работает левая нога. Та-та-та-и-та. То есть сначала мы просто перемещаем ее через та-та-та. И дальше подвигаем и делаем шаг на нее. После нее идет шаг на правую ногу, назад немножко. И лево подставляется к правой ноге. Вместе с этим работают руки. Они будут раскрываться в стороны раз. Ладони будут свободны. И дальше через здесь собираем кулаки и уводим наверх. С этого же положения мы рассматриваем деловой шок. Так, левая рука около груди. Мы делаем раз движение. Два ладони до конца локтя. И па-па. Словно скидываем мяч. Все это вместе. Мы с вами были вот тут. И делаем так, раз, и два, три, четыре, и пять. Отлично. На следующий счет мы с вами раскрываем колени в сторону, мы немножко в диагонали, а дальше будем собираться наверх, но колени все еще мягкие, мы не до конца выпрямляемся. Ба-ба. Действует в основном руки. То есть мы с вами скинули, и дальше рука скидывается вниз, заменяет и выталкивает левую. Далее то же самое делает левая па, выталкивает что-то. И мы вместе растягиваем. Да-да. И вместе с этим смотрим наверх. Еще раз. Мы делаем 6, 7, 8. Отлично. Вместе с ногами. Мы пришли и делаем 6, 7, 8. На восьмой счет левая нога уходит за себя, и мы разворачиваемся к зрителю. Да-да. И завершаем мы тем, что спрыгиваем. То есть мы на середину уходим, и при этом руки у нас висят внизу, голова тоже уходит вниз, и сразу на первый счет начинается следующее движение. У парней идет переход небольшой, то есть мы делаем небольшие шаги назад, мы с вами делаем это на месте. Мы просто с вами уходим вес на правую ногу, потом на левую, потом снова на правую, потом снова на левую. Вместе с этим работают руки. Что они делают? Мы левую выталкиваем правую, дальше правую выталкиваем левую, назад спину, пам. Дальше левая тоже уходит спину, пам. Еще раз делаем пам, отводим левую и приставляем правую. Все это вместе с ногами. Мы упали и делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как вы заметили, на 7-8 мы с вами делаем шаг. Да,
так, то есть немножко пододвигаем правую ногу, а потом представляем к ней левую. При этом выход на свободное положение, мы с вами ждем нужный звук «тш», и на него делаем выход на левую ногу, то есть выставляем ее немного, сгибаем колено, и рука, палец подводится к губам. Мы с вами корпус немножко тоже наклоняем. Далее, нога заворачивается пятка вправо, пятка влево. Оставайтесь в том же положении. Рука отсюда идет волной за спину, а левая подвигается на середину груди, раскрытой ладонью. Та-да! Вместе с ногами к груди. Та-да! Так, мы стоим еще пару шагов. Дальше разворачиваемся и уходим на перестроение. Завершающей частью будет, опять же, второй кусочек припева с улала. Мы с вами вот что делаем. Руки у нас сразу уходят на базу, и мы с вами очерчиваем ногой куском. Та-та, скинули, поставили. Когда мы ставим ногу, у нас сразу противоположная, уходит на носок. Руки все еще на базе, потом рука, которая направлена к зрителю, ведет по шее, мы поднимаем голову, и мы пододвигаемся к правой ноге. Дальше мы разворачиваемся, руки все еще на базе, и мы делаем так. Снова ушли к ноге. Как только мы разворачиваемся к зрителю снова, мы с вами выставляем левую ногу, правая рука уходит на шею, и мы с вами делаем шаги. Так. То есть два шага и приставили ногу. Вместе с этим работает левая рука. Мы с вами указываем на запястье и делаем 2,5 круга. Раз, два, так. Еще раз мы остановились и делаем так. После этого мы с вами раскрываемся в сторону, выставляем правую ногу. И вместе с этим раскрываются и руки, то есть правая рука направлена на себя, раскрытой ладонью, левая указывает на нее. Так. И смотрим на руку. Дальше собираемся. У нас рука свободная или на базе, а правая уходит к лицу. И опять же, по ней перестроение, вместе с этим мы делаем вот такие вот непонятные движения рукой. Перебираем пальцы и уходим в сторону. Завершим это тем, что мы скидываем руки, а дальше снова везем рукой по шее и сдираем голову. Соединим все это вместе. Итак, у нас было 7-8, делаем 1, 2, 3 и 4, 5, 6, пан, дальс, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Та-да! Раскрылись и ушли. И дальше. У-ла-ла-ла-ла-ла. Поразил. У-ла-ла-ла-ла-ла. Поразил. Развернулись и 1, 2, 3 и 4. Отошли назад. И снова поразил. Отлично. Все, под скорость 80%. Thank you.